Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу крутой скрипт для Zombie Uprising. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. Значит, первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, открыть чит. И можно, в принципе, сразу вставить вот сюда скрипт, чтобы он уже был заранее у вас, находился именно здесь. Давайте выберем сначала мод. Выберем нормальный, чтобы не было никаких сложностей. Так, и теперь нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока мы заинжектимся. Все отлично, у меня получилось заинжектиться. Значит, смотрите, у кого Inject не сработал, заходим в настройки. И здесь вот выбираем версию Inject. Здесь есть две версии. Версия 2.0 и какая-то вот другая версия. Пробуйте с какой-то из этих версий. И с одной из них у вас по-любому должно получиться. Так, все. Теперь нажимаем на кнопочку Execute. Все, вот он, скрипт появился. Значит, смотрите, чтобы нам его активировать, надо нажать справа Ctrl-Shift. А, нет, он уже появился. Погодите. Я его просто выключил, получается. А, смотрите, короче, он просто на кнопочку Ctrl появляется. Также его на кнопочку Ctrl можно и убрать. Отлично. Так, ну давайте пока что так сделаем, чтобы много места он не занимал. И нажимаем на кнопочку Play. Так, все отлично, мы заспавнились. Почему-то я не могу сейчас вертеть экраном. Странно, погодите. Может быть, ресет сделать? Сейчас, секунду. Вот, теперь могу вертеть экраном. Странно. Так, ладно, короче, тогда ждем, получается, когда мы заспавнимся. Все отлично, мы уже заспавнились. Я до сих пор почему-то не могу. А, вот, все отлично. Короче, просто камеру нужно было отдалить, что-то я тупанул, ну ладно. Короче, вот мы здесь появились, и давайте начнем с первой функции, это Kill Zombie. Включаем ее. Сейчас зомби пока что нету. Как видите, я их не убиваю, сейчас зомби появится и скрипт заработает. Находимся мы на каких-то зданиях, то есть доме с этажами, прикольно. Так, зомби через 9 секунд появится, ждем. И потом покажу еще некоторые прикольные функции. Так, все, сейчас зомби должны появиться. Все, отлично, как видите, зомби появились, и меня сразу на них тп-хает, чтобы их убить. Получается, тп-хает меня назад, к спине, чтобы они меня не дамажили, и я их смог убивать. Но дамаг, как видите, проходит, но я не умру. Это специально сделано так, чтобы все работало. Вот, у меня сейчас жизни на нуле, как видите, и я не умираю. Также, как видите, сейчас у меня есть перезарядка. Ее можно убрать, чтобы ее не было. Включаем функцию No Reload. Все включили, и как видите, перезарядки сейчас нету. Зомби я до сих пор убиваю, оружие не перезаряжается. Отлично. Также еще может быть такое, то что у вас закончатся патроны. Чтобы они не заканчивались, включаем функцию Auto Buy Ammo. И все. И когда у вас, получается, будут заканчиваться патроны, скрипт будет автоматически за вас их покупать. Другие функции я пока что не проверял, но давайте проверим. Auto Hide Nickname, это получается просто скрыть никнеймы. Либо свой, либо игроков. Ну, в принципе, функция такая себе. Дальше есть функция Auto Collect Power Ups. Не знаю, что это такое, давайте включим. Так, я застрял на одном месте, и пока что мне ничего не купилось. Все, понял. Так, ладно. Давайте эти функции, кстати, пока что выключим. И вроде бы как меня даже зомби теперь не замечают. Как я понял, типа я уже мертвый, и из-за этого зомби на меня даже не агрится. Прикольно. Так, ладно. Смотрим другие функции. Это Auto Buy Perks. Включаем. Тоже не покупается. Скорее всего... Так, что-то грузит. Ждем. Получается, пишет, загружается карта.
Ага, следующая карта, получается, загрузилась. Походу, все умерли, как я понял. Либо просто она поменялась. Так, ладно. Включаем еще раз эту функцию. И пока что не покупается. Возможно, с определенной волны это покупается. Либо просто у меня не хватает поинтов. Вот, до записи я проверял, у меня все работало. Так, давайте соберем. Все, плюс 1000 поинтов. Далее, еще раз проверяем, может быть, сейчас хватит. Нет, сейчас не хватает. Смотрите, насчет функции Auto Collect Power Ups, это получается, когда вы зомби убиваете, из него какая-то штучка выпадает. Ее можно автоматически, получается, собирать. Auto Open Case, давайте проверим. Включим ее. Тоже не работает. Ну, тут какие-то кейсы должны быть, как я понимаю. Я особо не шарю в этой игре, в принципе. Кто долго играет, я думаю, вы поймете, что это за функции и за что они отвечают. Так, как я понимаю, сейчас появится здесь зомби. Босс, скорее всего. Из-за этого нас сюда тпхнуло. Так, давайте посмотрим пока другие функции. Работают они или нет. Тоже почему-то купить не могу. Ну, возможно, то, что на карте их нету просто. Вот давайте посмотрим, что это такое. Это я купить вообще не могу. Так, идем дальше. Ну, здесь хпшка, в принципе. Возможно, мне даже ее не даст купить. Да. Короче, получается, как я понял, когда на зомби тпхает босса, скорее всего, вот это вот, то, что здесь есть, купить уже нельзя. Только когда именно играете без босса. Так, смотрим другие функции. Сразу две функции включим. И пока не вижу, что происходит. Ну ладно. Давайте включаем опять kill зомби. И вот эту функцию. Ну, кстати, возможно такое то, что иногда эти функции ломаются. Ну, ничего страшного, в принципе. Просто перезаходите и заново играете. Они редко ломаются, но такое тоже бывает, так что не волнуйтесь, это просто нужно, значит, перезайти. Тогда давайте другие функции глянем. Здесь есть какой-то ранг, типа можно ранг себе выдать, как я понял. Тут пишите название любое, и он, скорее всего, выдается. Ну ладно, в принципе, это неинтересно. Также вот аватар какой-то есть. Но это так. Такие себе функции второстепенные. Насчет вот этих функций, телепорты. Смотрите, если вы эти функции нажмете, то вас перекинет на другой мод. То есть, допустим, если я нажму телепорт Normal, то меня тпхнет на Normal мод. Hard, естественно, на Hard тпхнет и так далее. Сразу скажу то, что когда вы нажмете эти функции, у вас скрипт пропадет, и вам заново его нужно будет активировать. Идем дальше. Infinity Jump, давайте проверим. Да, как видите, бесконечный прыжок работает. И меня почему-то дамажит. Странно. И ноуклип давайте проверим. Да, ноуклип работает, отлично. Также спид есть. Да, скорость тоже работает, отлично. Так, зомби уже к нам заходят. Это плохо. Уходим отсюда. Так, также есть SP. Давайте проверим. Да, как видите, работает, отлично. Вот, также на перкс какие-то работает. SP. Как я понимаю, это то, что зомби, по идее, выпадает. Либо же нет, не знаю. Другие функции тоже SP получается. Это можно смотреть, как я понял, где находится покупка. Но, как видите, здесь на этой карте ее нету. Вебхук не знаю, за что отвечает. И настройки. Тут, получается, можно просто цвет поменять на какой вы хотите. И, в принципе, все. Вот. Ну, я думаю, в принципе, скрипт вам понравился. Все ссылки будут в описании. На этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.